Все, наш вопрос. Нормально. Вопросов нет? Вообще нет. Да. На рахунок того, якщо задають незручні питання, і в принципі, що ти готуєш якусь лекцію, розумієш, що ти ну, не вичерпно даєш інформацію. От як повести в такій ситуації, чи братися, чи не братися? Ну от все ж неможливо підготувати там, да, досконально. А смотрите, тут два аспекта. Перший, якщо ви готуєте лекцію і ви розумієте, що ви вот эту область не понимаете, лучше действительно отказаться. То есть вы понимаете, что вам зададут вопрос по этой теме, скорее всего, вы на него не ответите. При том, что тема не какая-то заумная, а банальная. Просто вы в этой области плохо разбираетесь. Возможно, не стоит. Возможно, стоит подождать пару месяцев, понакопить опыта. Второй момент. В аудитории всегда найдется нехороший человек, который задаст вам очень сложный, плохой вопрос, на который вы реально не знаете ответа. Не потому что вы тупой, а потому что это мудак, который задал вопрос. Я прошу прощения, так бывает. Научные конференции. А классика жанра, когда люди задают вопросы, на которые знают ответ и унижают вас перевселенно. Это существует, к сожалению. На этот случай есть отличная фраза, которую все пользуются украинскую мову. Це дуже гарне запитання, я дякую вам за нього, але це не входить до сфери моїх наукових інтересів, і я обов'язково розгляну відповідь на нього у своїй наступній нормі. Все, ніяких вопросів. Ви не послали, но послали. Все нормально. А, ещё. Да, да, Глеб. Какая у тебя мотивация для этой лекции? Ты говорила, что обязательно нужно с ней определиться вначале. Я хочу, чтобы много людей раскрывалось. А когда я приходила на 15 на 4, я дико ссала. Потому что я давно уже не читала публично ничего, и мне хочется, чтобы я вдохновила этой лекцией людей, они пришли и хотя бы задумались о том, чтобы выступить на 15 на 4. Даже не на 15 на 4, возможно, в университете или в школе. Я хочу, чтобы люди говорили о том, что они знают, и... На самом деле, людей, которые способны говорить хорошо, намного больше, чем кажется. Подходит мотивация? Хорошая? Спасибо. Еще? Да, да. У тебя есть еще какие-нибудь советы по поводу не нервничать? Обычно не нервничать – это отличный совет для того, чтобы привести человека в состояние мангажа. Нет, вот это, все будет хорошо. Можно выпить пачку? Больно не будет. Можно выпить пачку гомеопатического синтеза? Я, наверное, сейчас сходу не скажу. Ну, еще, кстати, отличная штука для не нервничать – это прогонять лекцию вслух несколько раз. Для этого мы, например, на 15 на 4 проводим по две репетиции перед каждой лекцией, чтобы вычитать все недочеты, не попасть в неловкую ситуацию. Вот. И я вот лично дома рассказываю лекции зеркалу, маме, коту, там, монитору и сразу на слух. Чем больше говоришь, тем больше оно вот в речь вкладывается, тем меньше же думаешь о том, что я нервничаю. Это просто у тебя слова льются вот сами. Тебе потом не скучно третий раз говорить одни и те же слова? Да нет. Понимаете, дело в том, что я сначала то их рассказываю ограниченному кругу людей, потом я прихожу, тут сидит 50 прекрасных людей. Вот, и я как бы сама тащусь, если честно, я такая классная, меня слушают. Отлично, отлично себя чувствую. Спасибо. Все? Окей. А можно тебе похлопать сейчас?